Приветствуем вас на канале «Веселая семейка». Предлагаем приготовить маринованные шампиньоны, которые через сутки можно пробовать. Данный рецепт рассчитан на 1 кг свежих шампиньонов. Нам понадобится 1 кг шампиньонов, 200 грамм воды, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка соли крупного помола без бугра, 2 лавровых листа, 2-3 зубчика чеснока, 50 грамм яблочного уксуса или заменить можно на столовый 9% уксус, пол чайной ложки горчицы, пол чайной ложки кориандра, 1 гвоздичку, пол чайной ложки перца горошком. Ставим на огонь кастрюлю, в которую закладываем все специи и воду. Промываем шампиньоны, мелкие грибочки оставляем целыми, а крупные экземпляры режем пополам или на 4 части. Как только маринад закипит, запускаем грибочки. После закипания шампиньонов убавляем огонь и провариваем грибы 10 минут. Можно накрыть крышкой. Слегка остужаем маринад и перекладываем в банку. Доверху доливаем отваром. Ставим в холодильник на сутки и можно пробовать. Готовые грибы полить маслом, порезать свежий лук и зелень. Замечательно хранятся в холодильнике несколько недель в рассоле. Всего вам самого доброго!